Так, пробуем лыжи. Вон в тот подъем. Затяжной. Со щетками. Из обычной половой щетки в лыжу вставлены щетиночки. Пока небольшой подъемчик. Сегодня попробуем забраться без палок, без всяких лесенок и елочек. Когда-то я тут давненько ходил уже, точнее спускался. Лыжи в бугор идут ровненько. Первую часть подъема как-то легко, более полого. Вторая часть более крутая. Ну, пока свободно идется. Погода где-то на сейчас минус один. Лыжи просто просмоленные и смазаны обычным свечным парафином. Через фен для волос. Вот самая крутая часть. Идем спокойненько. Не подрываюсь. Лыжи держат. Шагаем. Сейчас вот более-менее тяжеловато, но идти можно. Старая лыжня еще. Я здесь спускался на лыжах. Бугор. Вот маленечко отдало. Чуть-чуть. Ну, для такого бугра, конечно, крутовато. Смотрим еще. Вон в каком гору шкрябались. Осталось еще метров 20. Шкрябаемся. Весело достаточно идем. Ну а в остальную часть прям
практически без проблем. Вот весь подъем. Вон мы оттуда. А начали вон с того полянки. И вот сюда поднялись в гору. Смотрим лыжи. Обычные самодельные лыжи. Им лет 20 уже. Вот сюда мы присобачил щеточку из обычной половой щетки, щетинку под углом просверлили и через ниточку протянул, как в обычной щетке делают. Пучочек, в каждом пучочке 12 ворсинок, согнутых пополам, получается 24.